Телеканал «Наши новости» подвел итоги совместного розыгрыша с компанией «Ренессанс Косметик». Победу ВКонтакте одержала Светлана Жданова, а в Инстаграме Евгения Педюменко. Сегодня победителям вручили полезные призы – подарочные наборы от «Ренессанс Косметик». Поздравляем вас с выигрышем. Здесь есть все, что нужно для дома, для ухода за собой, для красоты. Пользуйтесь с удовольствием. Безумно рада, очень неожиданно. Приятно получать такие подарки. Ренессанс Косметик очень часто сейчас на нашем слуху, поэтому попробуем. Еще пока не пробовали, попробуем.